Ну. Так что, Виктор Иванович, вы сегодня прекрасно выглядите. Да, спасибо. Но это объективно. Вы сегодня как Джек Лондон. Ага. И когда я недаром вам сейчас передал, вы говорите, а вы были ли вы в Англии? Если кто не знакомый, говорит, ну, королева, если только. Мне это понравилось. Я вообще-то подумал, что да, вы действительно сейчас с одного куста ягоды. Вот. Только в отличие от того, что там в ее дворце, говорят, очень много крыс сейчас. Они не могут от них избавиться. Я могу собрать в нашем дворе кошек вот. И отослать в Англию туда, в Лондон. Слушай, хорошая мысль, у меня тоже, да. Между прочим, она появилась. А они не могут изобрести сейчас никакого что-то такое, что могло бы повлиять на то, чтобы их стало там меньше. Только кошки. О, Виктор Иванович, давайте от вас. В Древнем Египте в пирамидах тоже были мыши. Они заводили кошек. И кошка считалась святым животным по сей день. О. Ученые ломают головы. За что, почему они считают кошек с какими-то необыкновенными, чуть ли не святыми животными? Да не мышей ловили там. Конечно, их было тьма тьмущего. Ну, раз мыши общались с великими мира сего, а кошки, которых ели, они невольно становились более величественными. Особенно, когда они гоняют мышей, которые были приближены Тутанхамона. Да, вольно-невольно начинаешь звездить. Тутанхамон, мой друг любезный. Я же видел его, встречался с ним. Нормально. В Каире лежит. Не знаю, говорят, утащили его, что ли, я что-то не помню. Что-то было, хорош был, красавец. Виктор Иванович, я подумал, надо скорую вызывать, а вы уже вошли. Молодец. У меня личная справка есть, Виктор Иванович, не знаю, как у вас. Пора и мне завести ее. Ведь люди, все люди делятся на три категории. Это, сейчас я начну путать, может быть, это психопат. Потом психозависимые вроде как бы. Потом суп с котом. А потом... У вас сегодня кошачья тема. А? Кошачья тема. Какая? Ну, вы начали с котов от Англии, потом до пирамид дошли. У вас сегодня лейтмотив кота. Я любил кошек вообще. Я понял уже это. У меня было много кошек, но сейчас я не могу ими это заниматься. Это очень двояко звучит, Виктор Иванович. Не понял, я сегодня вообще ничего не понимаю. Я понимаю. Мне трудно меня понять, даже как мне трудно кого-то понять. Ну, понятно. Я же вам сказал, у меня справка есть, поэтому вам проще со мной. Каждый десятый в нашей стране... Он психиатрически болен. Примерно ощущаю. А? Так и я ощущаю тоже. Только я в десятку не вошел, так сказать, в эту десятку. Я немножко... В ядреную, понятно. Только начало. То есть вы можете грани ощутить? Моя жизнь заканчивается уже скоро. Нет, вы скорее стоите у новой жизни. Какая? Будем так начинать. Вы у начала новой жизни. Ну да, там. Там. Господи, возьми меня грешного. Только прости меня за все мои грехи, за все мои грязные мысли, слова, поступки. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного. Я искренне прошу. Вот сразу как-то возникло все это чувство прощения, потому что действительно я стою, наверное, на последней ступеньке порога нашей безумной, ужасно сложной, тяжелой какой там мученической жизни. И когда люди говорят, как все хорошо, как прекрасно. Да, бывает и прекрасно, бывает и хорошо, бывает очень даже хорошо. Но с возрастом все это очень хорошее, оно меняется, оно становится все глуше, дальше. И где-то там, но не здесь. Здесь очень мало. И если человек выдерживает этого очень малого, он уйдет туда
обогащенным, потому что он набрал в это малое очень много, много хорошего, доброго, правильного, понятного, божественного. Потому что только божественное ощущение, чувство Бога, порой даже, это глупо скажу, понимание Бога, это очень сложно, это недоступно нам, вот нам, нашему поколению, искореженному поколению, испорченному поколению. Но наше поколение боролось за чистоту, за правду, за святость. Но сломали, наконец, сломали. Пошла какая-то механизация в отношениях. Мы как машины, мы как роботы какие-то. Мы не слышим ласкового слова. Мы не видим доброй, ласковой улыбки. Мы не видим добрые, красивые глаза, которые тебя понимают, тебя чувствуют и отвечают тем же теплым, добрым взглядом, а потом уже даже и словами, и поступками, что сегодня абсолютно отсутствует почти что. Я это чувствую своей душой, тоже грешной душой. Но я стараюсь понять каждого человека. Я понимаю порой. Я не говорю, что я все понимаю. Нет. Но я уже многое понимаю. Я много прожил. Я много видел. Я много собирал вот это видение в себе, для себя. Собрал. А зачем? Унесу с собой? Там, думаете, нужно кому-то это? Да, наверное, по заслугам скажет, ну-ка, товарищ мой, вот ты, ага, да. Вот эта собранность, которую я создал вокруг себя и в себе, может быть, даст Бог, она там пригодится, как искупление моих грехов. Господи! Что еще? Ну, что еще сегодня? Так много хочется сказать, многое хочется тихонечко выплакать в словах, в этих слезах, речевых слезах, в речи. А кто будет слушать? Кто поймет? Опять-таки, не то время. Мало таких людей, которые хотят услышать вот эту душевную исповедь. Никому это не нужно. Все прекрасно, все знает. О чем ты говоришь? Да ну, какая-то ерунда, там где-то лирика какая-то, там какие-то воспоминания, какая-то доброта звучит у тебя в голосе, в манере говорить, и тебе жалко вроде как бы людей, которые страдают. Да все в порядке, все прекрасно. Живем сегодня, ходим в рестораны, ездим на шикарных машинах, одеваемся так, как хотим за рубежом, едим столько, сколько влезет. Но все кончается, друзья, и очень скоро кончается, потому что жизнь, да, жизнь, она очень и очень короткая. Моментально, я бы даже сказал. И это я имею право сказать, потому что я прожил эту жизнь. И кое-что на своих полках этой жизни, полочках даже, не полка, а потом полки уже пошли. Я что-то собрал и что-то могу оттуда вытащить, посмотреть, понюхать, послушать. Ага. И сказать, потому что там все собрано, все подсказывает. Все это как должно быть для человека. Наверное, так я думаю. Хотя я сам ошибаюсь очень часто. До сегодня ошибаюсь. А так хотелось бы, чтобы это все было. Это хотелось бы только. Но не получается. Не получается. Так созданы мы на этом, как говорят, белом свете. Да. Да. Виктор Иванович, а все-таки оптимизм, а жизнь, а зачем все?
Я живу, не плачу, не жалею, разве я не молод, не красив? А, какие слова! Это все было когда-то, все это было, было. Но у вас это было во множественном числе и в разных ярких красках. И когда-то эту женщину в 40 лет называл я своею милою. Все было, все было, все. Спасибо, Виктор Иванович. Спасибо. Что там?